Ну, чтоб вот мы погуляли и идем теперь на территорию отеля. Сейчас покажем Полины бассейны любимые, в которых она ни разу еще не плавала. Мы плаваем только в море. Мы в бассейне еще не плавали, мы только собираемся. У нас еще все впереди. Да, Поль? Да. Так пошли туда зайдем. Лежак. Поле любит. Понравилось. Ну тогда пошли еще раз пройдемся. Поля любит лежать на лежаке. Вот тут куча аляндров цветущих. На нас похожих. Красивых розовых. Пойдем, Поль. Вон там туда дальше вход в отель. Но мы туда не пойдем. Сейчас мы пойдем другим путем, крайней дорогой. Пойдем. Идем сюда. Горка работает по утрам. Горка работает по утрам. Мочим ноги в бассейне. Купаться пойдем позже в море. Да, пошли. Пойдем, вот. Переоденемся. Рассказывай дальше. Сейчас идет дорожка к нашей двери, к нашей терраске. Сейчас мы с Полей будем ждать на террасе. Андрей пойдет по кругу. Андрей пойдет по кругу открывать нам дверь. Вот тут это вход, но не парадный, не центральный. Сбоку в отель. Это турки родные. Это наш отель. А
Пошли по этой аллейке. Оль, пойдем прогуляемся. Пойдем. Ты можешь им подниматься до сюда, да? Пойдем. Сюда мы ходим на завтрак. Сюда мы ходим на завтрак, Оля. Куда мы ходим? Мама, сейчас мы покажем финики как раз. Пойдем, покажем финики. Мама, а? Дочка не умеет совсем разговаривать. Да? Хорошо. Вот финики чуть-чуть, ну а там вот около стороны их много. Это чуть-чуть совсем. Это финики. Но они пока невкусные. Урожай не созрел еще. А вот еще там наверху финики. Дальше там будет низко. Оля! Оль! Тебе тут нравится? Морской, свежий. Ну, там какие гроздья. Вот самая близкая. Это. Ну, ладно. Вот оранжевая, это финики. Покажи. Пойдем. Нет, там покажи. Там уже море. Это кто? Такой страшный. Боюсь, это... Сейчас мы пойдем в корпус, переоденемся и пойдем купаться. Уже мало осталось до ужина, уже хочется есть. Это наш залив морской. Там мы купаемся. Тут Коля бегает. Там бассейн еще один, в котором мы тоже не плавали еще ни разу. Нам некогда, нам не до него. Не хочу. Да тут пока можешь не снимать.